Привет, дорогие телезрители, с вами снова я, канал Собираем Лего. И в этой серии я буду показывать вам свои инструкции Лего. И вы, короче, напишите в комментариях, какой обзор мне сделать на следующей серии. Ладно, давайте начнем. Первая инструкция. Это такой джип. Да, он очень крутой. Стоит он, я не помню, где-то $50. Давно его покупал. Ладно, второй набор. Так, это мы отложим. Так, второй набор тоже это. Так, вот второй набор. Вот такая машина, 3 в 1. Вот, увидели. Так, третья. Это такие машины. Да, это 3 в 1. Эти машины входили в набор сразу с этой машины. Сложить можно было только одну. Короче, выберите, напишите в комментариях. Смотрите, если вы хотите обзор на вот эту машинку, на вот эту первую, напишите машина номер 1. Машина номер 1. Если хотите на эту, машина номер 2. Если хотите на эту, машина номер 3. Потом. Самолет Эрис. Вот. Самолет Эрис. У меня просто инструкция открывалась. Вот, самолет Эрис. Если хотите, пишите самолет Эрис. Ну, там, хочу обзор на самолет Эрис. Потом, такой Титаник, корабль. Просто напишите, хочу обзор на Титаник. Потом, Лего Ниндзяго, такой робот-скорпион. Хотите на него обзор тоже, знаете, что писать. Напишите, хочу обзор на этот робот. Так, сейчас, минуточку, я приготовлю следующую инструкцию. Так, потом, хотите обзор на такую лодочку, пишите, хочу обзор на военную лодку. Вот, это как бы военная лодка. Ну, ладно. Потом, самолет Джея. Хотите на него обзор, пишите в комментариях, хочу обзор на самолет Джея. Потом, так, это у меня книжечки. Сейчас, минуточку. Вот. Вот такой вот набор. Вот. На него инструкцию. Просто напишите в комментариях. Хочу на гоночную машину обзор. Потом. Сейчас. Секундочку. У меня тут инструкция просто порвутая. Сейчас я найду вам полностью весь набор. Сейчас, секундочку, перемотаю видео. Вот, вот такой вот набор. Хотите обзор на него, пишите в комментариях. Хочу там обзор на храм Ниндзяго. Вот, храм Ниндзяго. Потом. Тоже машинки 3 в 1. Сейчас я вам покажу самую прикольную машинку, которую я сложил уже. Вот. Вот такие вот машинки. Если вы хотите такую, пишите, хочу гоночную машинку 1. Если хотите такую, пишите, хочу гоночную машинку 2. Если хотите такую, хочу гоночную машинку 3. И выбиратель Лего будет тот, короче, кто первый напишет. А первый зритель выбирает все. Вот такой вот обзор на такую модель. Сейчас я, секундочку. Вот. Потом вот такой вот наборчик Ниндзяго. Если хотите его, пишите. Хочу обзор на мотоцикл Ниндзяго. Если вы хотите самый крутой набор из Ниндзяго, например, сейчас из старой коллекции,
Пишите, хочу корабль, самолет, медведь. Потом, что у нас тут потом? Ну, тут я просто вам покажу. Вау. Не знал, что у меня такое есть. Вот Лего Сити, такой вот мотоцикл. Если вы хотите на него обзор, пишите, хочу мотоцикл Лего Сити. Но он очень плохой. Как-то на него действовать. Не хочу обзора. Потом, если вы хотите обзор на такой храм, пишите, хочу обзор на вот этот храм. Потом, если вы хотите обзор на такую машинку, пишите, хочу обзор на скелетиную машину, или как это, короче, джип скелета. Хочу обзор на Лего Ниндзяго джип скелета. Что у нас тут дальше? Потом у нас идет пианино. Вот такое вот пианино. Если вы хотите на его обзор, просто напишите. Хочу обзор на пианино. Так, по-моему, это уже... А, вот последняя инструкция. Только она вообще у меня, знаете, в каком плохом состоянии. Все погрызано. Это просто еще набор моего брата. А ему уже 19. Это уже 10 лет инструкция хранится нормальная. Точнее, набор. Вот, если вы хотите такой набор, просто пишите, хочу набор вертолет. Да, скажите, хочу набор Лего Сити вертолет. Конечно, это не Лего Сити, но все равно. Сейчас я последний раз проверю. Ничего у меня не осталось тут. Ну, вроде бы нет. У меня остался только каталог человечков. И... И вот такие вот два. Вот. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Пожалуйста, поставьте лайк. Умоляю вас, поставьте лайк. Мне важен только лишь ваш лайк. Хоть, поставьте хоть 5 штучек, умоляю вас. И первых, кто... давайте так, первых 3 человека, кто напишет, какой он обзор хочет, просто напишите в комментариях. Ну, понятно, да? Ладно, раз вы все поняли, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был канал Собираем Лего, вот все мои инструкции, кстати. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока и удачи!